Лежите совершенно спокойно и ни о чем не думаете. Усталость и сонливость овладевают вами все больше и больше, на вас все больше и больше нисходит чувство покоя, удобного, приятного, благодательного покоя. Чувство покоя все более и более проникает в мозг. Ваши мысли становятся спокойными, медленными, вялыми. Ваше самочувствие все ровнее и ровнее. Все заботы, все тревоги исчезают. И нервы все более и более успокаиваются. Глаза все более и более утомляются, веки тяжелеют и тяжелеют, усталость и тяжесть проникают в голову и во все тело, руки и ноги становятся усталыми, тяжелыми, вялыми, а глаза особенно утомленными. Все утомленнее, все тяжелее. А теперь погружайте желаемый вами отдых и приятные воспоминания вашей юности. Возможно, в памяти всплывают студенческие годы. Возможно, летние месяца отдыха. Погружайтесь в приятные воспоминания юности. Погружайтесь все глубже и глубже, слушая просто так мой голос, голос врача, мои внушения. И при этом все глубже и глубже погружайтесь в лечебно-восстановительный отдых. И можно вспомнить, как вы отдыхали на берегу моря. Солнышко приятно согревало ваше тело. И вы погружались все глубже и глубже. Лечебный отдых, слушая мой голос, все глубже погружаясь в лечебно-восстановительный отдых. Я буду считать до 20, и по мере счета, слушая мой голос, вы погружаетесь все глубже и глубже в лечебный отдых. 1, 2, 3. Дыхание все спокойнее, все реже. Голова погружается в приятный туман, в темное, расширяющееся пространство. 4, 5, 6. Руки, ноги расплылись, растворились. Все глубже отдых. Ничто не мешает, не беспокоит, не тревожит. Глубже забываться, глубже растворяться. 7, 8, 9. Но даже легко, приятно и хорошо. Легкость, невесомость, свобода. Чувствуйте себя равными среди равных, свободными среди свободных. Так приятно парить в невесомости. Так приятно чувствовать себя спокойно и уверенно. Спокойствие и уверенность пронизывают все ваше существо. Спокойствие и уверенность. 10, 11, 12. Глубже забываться, глубже растворяться. С каждым выдохом глубже лечебный отдых. Глубже лечебно-восстановительный отдых.
Нервность его останавливает силы и энергию. 13, 14, 15. Глубже воздух, глубже воспоминания. И теперь погружаете школьные детские воспоминания. Возможно, это будут воспоминания выпускного школьного бала или школьных вечеров. А может быть, первый школьный звонок, праздничная одежда, цветы, молодые родители. Погружайтесь в эти воспоминания, представления, эмоции. А мой голос рядом не мешает, а помогает, поддерживает. Желаю вам управления. 16, 17, 18. Глубже лечебный отдых. С каждым выдохом глубже забываться, глубже отключаться, глубже отдых. А теперь представьте, что вы находитесь на прекрасной поляне. Вокруг вас находятся дубы, солнечный летний день. Вы спрятались от солнышка в тени раскидистого дуба. Вы слышите шум листвы, пение птичек. Вы облокотились, и вам очень удобно. Вам очень спокойно и комфортно. Но вот неожиданно вдалеке вы видите приближающуюся фигуру. Это старец. У него длинные седые волосы, котомка. И он приближается к вам. Вы видите его глаза, они сияют добротой. Он подходит к вам. И вы ощущаете всю мудрость всей Вселенной именно в нем. Он по-отцовски обнимает вас. Говорит о том, что он знает обо всем. И он гордится вами. Он говорит, что приготовил вам подарки из своей котомки. Он достает маленькое зеркальце. Вы открываете его и видите свои счастливые глаза. Он говорит, что с этого момента так будет всегда. Но у него еще для вас подарок. Он открывает ладонь
и вы видите светящийся шар. Он передает его вам в руки, и от кончиков пальцев вверх вы ощущаете свет, который заполняет каждую клеточку вашего тела и полностью заполняет вашу душу, очищая ваш разум, ваше тело начинает функционировать на целебном уровне. Вы чувствуете тепло, разливающееся по всему телу, и вы ощущаете внутреннее счастье, гармонию, блаженство и спокойствие. Он говорит, что у него есть третий подарок для вас. Мысленно загадайте самое заветное желание, которое непременно сбудется. Постепенно он покидает ваше сознание, но он говорит, что он всегда будет рядом с вами, и вы будете ощущать его поддержку. Девятнадцать, двадцать, глубокий сон. Ведь состояние гипноза — это особенное состояние. В котором все ваши органы и системы начинают работать оптимально. Нормализована функция внутренних органов. Нормализованы обменные процессы. Вы ощущаете, как в вашем организме происходят целебные изменения. С каждым вдохом и выдохом ваша нервная система восстанавливается. Все ваши органы и системы восстанавливаются. Ваш организм исцеляется. Ваше сознание очищается. Состояние гипноза — это особенное состояние. Все ваши органы и системы начинают работать в оптимальном для вас режиме. Вы исцеляетесь.
каждым сеансом вы погружаетесь все глубже и глубже в лечебный отдых. С каждым сеансом вы чувствуете себя все лучше и лучше во всех отношениях. Вспомните, представьте, как вы умываетесь холодной водой, как вы ополаскиваете лицо, шею, грудь, испытывая ощущение свежести и бодрости. А сейчас я буду считать до 5. И по мере счета вы будете пробуждаться. И когда я скажу 5, вы проснетесь. Я считаю. 1. Слушаются руки и ноги. 2. Легкая ясная голова. 3. Дышится легко и свободно. 4. Вы пробуждаетесь. 5. Вы можете открыть глаза. Я благодарю вас за сеанс. Вы огромная умничка. Хлопать обязательно. Сеанс окончен. Замечательного вам времени суток.